Давай глазки лечить. Давай. Давай. Мальчик Божий мой. Кушать будешь? Будешь кушать? Давай, выходи, выходи, выходи. Выходи. Кто там прячется? Это кто там прячется? Ну ты сейчас посмотрим на тебя. Не знаю, не видно или видно. Ну-ка. Ой, кто это там прячется? Иди сюда. Иди скорее сюда. Иди сюда скорее. Ну, ты идешь? Кушать идешь? Ты кушать идешь. Ох ты, Бозя. Иди кушать, иди кушать скорее. Ты чего? Я тебя всю ночь на руках держала, а ты меня боишься, да? Ну ты же у меня спал на ручках сегодня. Да. А я тебя потом в коробочку положила. Ты такой был хороший. Ну, ты идешь кусать? Кусать идешь? Да. Кто идет кушать? На! 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 Вот! Иди покушай. Чего ты? Ты молодец, ходил в лоточек сегодня. Умничка, ты же молодец. Да, это ты, я про тебя говорю. Иди покушай. Ну, ты же у меня на ручках сегодня спал. Ну, ты же спал у меня на ручках сегодня. Где ты там? Выходи. Давай, выходи. Иди сюда. Так. Мне тебя как-то надо взять. На ручки, чтобы промыть глазки. Вот я уже приготовила все. Здесь у меня настой ромашки и турундочки. И полотенчиков, в котором я его заворачиваю. Ну, он сидит. Выходи. Выходи. Выходи сюда, котенок. Давай. Ну, что с тобой делать? Сейчас я тебя на ручки возьму. Давай. Заверну в полотенчика. Глазки промоем. Глазки лучше видеть будут. Выходи, котенок. На. На! Вот! Ну, покажись. Вот такие глазки у нас сегодня. Сейчас будем их лечить. Но уже лучше намного, чем было. Вот и мой холёсий. Вообще говорят, чтобы котенок привыкал к человеку, надо ему еду давать из рук. Из рук надо еду давать. У него холёсий. Вот так вот он у меня спал ночью на ручках. Сейчас тебе еще там. Еще там тебе покушать. У него холёсий. У него зимой. Ой, ой, это камера. Ее не едят. Сейчас я тебе дам еще кусочек. Давай. Вкусно? Как ты быстро его съел. Ой, кипусь. Ладно, давай глазки промывать. Ну, нашел кусочек, который туда упал? Где там кусочек? Мяско. Где там кусочек? Ой, кипусь мой. Нашел, кажется, кусочек мяска, который туда свалился. Съел? Ага, ищет кусочек мяска.
чего? Нашел? Покажись. Нашел? Все? Все? Поймал кусочек? Поймал. Один глазик промыли уже. Ну, покажись. Покажись, давай. Ну, покажись. Какие у тебя глазки сейчас? Давай, 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 давай. Покажи. Покажи, мама промыла глазки. Покажи сюда. Ой, ой, какие глазки сейчас. Кушать хотим, да? Сейчас будешь кушать. Кушать. Ой, ну давай. Иди кушай. У тебя зимой. У тебя зимой. Обычно он там кушает, внизу, но раз уж я сегодня взяла его на ручки, то пусть тут скушает. Главное, чтобы потом не сиганул под стеллаж опять. Ну, типа зимой. Никак наесться не может. После улиц, уличной жизни. Ну, ты мой хороший. Какая-то машина такая громкая проехала. Тихо, тихо, тихо. Все, кушай, кушай. Кушай. Давай. А этот кусочек кто потерял? Кто потерял кусочек? Что меня удивило, то что котеночек сходил в лоток. Я думала, он накакает где-нибудь и написает в углу. А он сходил в лоточек, что удивительно. Мне показалось удивительно, потому что все-таки уличный кот сразу сходил в лоточек. Первый его поход в туалет, это был сразу в лоточек. Вот. Может быть, все-таки это котенок от домашней кошки. Не знаю. Боится. Боится громкого звука. Тихо, 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 тихо. Мы еще глазки будем промывать. Да. Еще будем глазки промывать. Иди сюда. Ну-ка, покажись. Где будь ему? Вот я ему водичку поднесла. Кушай, кушай. Малыш, кушай. Немножко дрожит. Наверное, потому что прохладно. Чуть-чуть прохладно. Посмотри сюда. А кто лапкой залез туда? В миску. А кто лапкой в миску залез? А водичку будешь пить? Водичку. Водичку будешь пить? Давай. Водичку будешь пить? Я его держу, чтобы не сиганул, потому что надо еще глазки промыть. Попей водичку. Попей, попей. Давай, пей водичку. Ну, водичку попей. Ну,
Ой, боже мой. Давай вот так. Ой, ты какой шустрый, подожди. Дай тебя показать. Вот. Ну и кто такой шустрый? Покажи, как ты выпрыгиваешь. Давай, показывай. Вот какой ловкий. Сейчас раз и под стеллаж сразу спрячется. Оп, спрятался. Ну ладно, все, пойдем. Не будем ему мешать. Тима, ты под стеллаж спрятался и сразу мяучишь. М? Я сейчас уйду. Я сейчас уйду, а ты водичку попей.